Представители разных профессий и направлений сошлись в одной точке, чтобы создать абсолютно новый образовательный туристический маршрут региона. В составе региональной команды представители образовательных организаций, органов власти, туристического бизнеса, объект показа, а также учащиеся школ и колледжей. На протяжении 4 дней участники будут разрабатывать 5 программ путешествий, которые расширят кругозор школьников и помогут им определиться с будущей профессией. Основная наработка, и вы, наверное, знаете, это сейчас школьный туризм очень активно развивается. Это туристическо-краеведческая направленность, где ребята совместно с педагогами разрабатывают очень интересные туристические маршруты, которые играют как раз на задачу развития региона. Проект «Классная страна» – это новая программа и реализуется впервые. В этом году участие приняло 22 региона страны, которые проходили отбор по ряду критериев, среди которых значимость объектов показа, а также потенциал создания программы путешествия на 3 уровнях – региональном, федеральном и международном. Ульяновская область отличную подала заявку, была в топе прямо лидеров, да, по оценке заявок. То есть у нас экспертный совет, да, оценивал заявки. И мы видим тоже здесь большой потенциал. Также я уже хочу подхватить Ульяновскую область. Очень ценно, как сегодня представили уже коллеги, очень ценны те шаги, которые уже сделаны в рамках развития образовательного туризма. Мы видим, что уже сделан такой серьезный, основательный подход, да, и он действительно системный. Прежде чем создать новый маршрут, нужно узнать мнение потенциальных путешественников, то есть молодежи, целевую аудиторию проекта. Ученики разных образовательных учреждений сошлись в общем вопросе и выдвинули в качестве туристических точек нового маршрута те места, которые интересно было бы посетить им самим. Важно же спросить мнение, прежде чем создавать что-то, что потом, возможно, не пойдет. А если мы получим инициативу с самого низа, что называется, да, у самого маленького спросим, да, вот тогда, мне кажется, этот продукт будет иметь больше успех, чем если он будет придуман, людьми, которые несколько отвлечены от этой истории. Одной из потенциальных точек нового маршрута – ландшафтный памятник природы Ульяновской области Скрипинские кучуры – ученик 11 класса Владислав Данилов уже посещал. Однако до наивысшей точки не дошел. Парень надеется, что в скором времени покорит Оренбургские вершины наряду с другими туристическими точками нового маршрута от классной страны. Место, считаю, недооцененное. Туда можно много еще чего нового внести, много чего нового рассказать и увидеть. Всероссийская программа «Классная страна» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм, индустрия, гостеприимство» и по инициативе заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Николаевича Чернышенко, который является куратором проекта. Темами для будущих маршрутов станут история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. После формирования 5 пилотных маршрутов они будут представлены на федеральном уровне в Москве. По итогам определится топ лучших, которые впоследствии включат в общий перечень образования маршрутов страны. Ну а в путешествие по ним россияне смогут отправиться уже в начале следующего года. Мадина Исмаилова, Марат Мигдиев, Управда ТВ.